президент Эстонии Керсти Кальюлат сообщила, что в 2019 году все русские школы переведут на обучение на эстонском языке. По ее словам, страна обязана прийти к единой системе образования, чтобы у всех детей были равные возможности. «Мы фактически приняли это решение, хотя о нем и не говорили, потому что в Эстонии не готовят учителей для русских школ», цитирует политика РИА Новости. По ее словам, готовность русскоязычных соотечественников к такому изменению тоже постоянно растет. Представитель объединения «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцеова отметила, что это заявление противоречит международным нормам и наносит ущерб русскоговорящим людям. «Когда госпожа Кальюлат говорит «мы приняли», «мы решили», «мы договорились», то она имеет в виду не эстонское государство, а свое дикое племя, которое живет не в демократическом государстве, а в первобытном», — добавила она. Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Юрий Ратас поздравил граждан с Новым годом на русском языке. Не забудь подписаться на канал.